Ну что ж, здравствуйте, дорогие зрители, и сегодня я буду делать обзор на телефон Prestigio PIP4322 Duo. Он работает на операционной системе Android 4.1, и вы видите сейчас на своем экране характеристики. Что ж, вот сам телефон. Он, как вы видите, в хорошем состоянии. Теперь я вам должен сказать, что крышка трудновато открывается. И что же... Я просто ее чуть приоткрыл перед началом видео. И что ж... Вот что под крышкой находится. Здесь тоже все в хорошем состоянии. На телефона две сим-карты с CD-картой и батарея на 1500 миллиампер. Это все, что находится под крышкой. И вот сам телефон. Разблокируется, и у него здесь функции Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Теперь настроить. О телефоне я хотел нажать. Простите. Вот, о телефоне. Вот вы видите все, что здесь написано. К слову, телефон двухъядерный. И... Вот. Далее. Качество камеры. Что сейчас сниму? Вот. Видите, камера довольно-таки хорошего качества. В характеристиках вы увидите более подробно. Вот все функции. Далее после этого, это просто так, ну, насколько быстро запускаются игры. Ну, здесь у меня ускорение от Кинемастера. Насколько быстро загружаются игры. Вы видели, что сами игры запускаются довольно быстро, и так-то, в принципе, они и грузятся. Так же самое и грузятся. Далее. Ну, и это все. Спасибо за просмотр. Всем пока.